Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады в этот переломный день недели видеть вас в столь уютном месте. Сегодня с нами Иван Фармаковский, фортепиано. Лучший ученик Игоря Бриля. Владимир Кольцов, Крутов. Крутов, Кольцов. Очень много значит в этой фамилии. Еще с нами сегодня солист ансамбля «Песни и пляски» Павел Тимофеев. Я так думаю, что все поняли, что вы не ошиблись дверью. Сегодня состоится интересный проект, концерт для вас. Инструментальную часть сегодня исполнят, если вы не против, братья Бриль, которые являются автором сегодняшнего проекта. Называется «В джазе только девушки». Вы не ошиблись дверью. Мы еще немного помучаем вас инструментальной темой и немедленно пригласим певиц. Вы не против? Thank you.
Спасибо большое, друзья. Ну что же, настало время, настало время. Почему бы не пригласить нам на эту сцену Александра Шерлинг. Александра Шерлинг, прекрасная певица, наша подруга, заслуживающая бурных аплодисментов. Очень яркая, очень самобытная. Побалует вас вокалом. Добрый вечер. Какое необыкновенное место. Никогда здесь не была. И здесь такая особенная, какая-то вечерняя, субботняя атмосфера. Я очень рада, что я сегодня здесь с вами. Спасибо. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why. It's just a mental, sentimental alibi. I'm
спасибо. Вечер из-за вас. Александра Шерлинг, самая обаятельная и привлекательная, как вы это не заметили, почему такие аплодисменты жидкие. Спасибо большое. Александра Шерлинг. И на эту сцену я с удовольствием приглашаю Мариам Мирабову. Wow! It's now. Unforgettable. Unforgettable. Все, я все смела на своем пути. Здравствуйте. Саня прекрасная, потрясающая. Я счастлива выступать с этими музыкантами. Безумно люблю. Обожаю. Попытаюсь продемонстрировать. С этими прозвучало пренебрежение. С этими. Некое пренебрежение, может быть, и было, но вряд ли. Китая.
don't know why, but I'm feeling so sad. I love to try something I've never had. Never had no kissing on what I've been missing. Lover man away. The night is cold and I'm so alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon about me, but no one to love. Go to bed and pray that make love to me strange and it's you. Some devil me and you dry all my tears, then whisper sweetly. Thank you.
как я не умею водить машину осознанно, но знаю, где газ, и не знаю, где тормоз, я думаю, есть только одна дорога, в которой я могу прокатиться. Road 66. Travel my way, take the highway.
Между прочим, это Мария Мирабова. Что он как заторможенный все равно. Мария Мирабова поет вам про это шоссе, не умея водить. Никакого сочувствия в публике. Отправляться в путешествие. Невозможно работать. Да. Я посторонюсь. Вы побудете? Какой ужас, я обречена. С этой песней связана вся моя жизнь. Магия ведет меня каждый раз по-разному. Thank you.
Браво! Браво! Мария Мирабова, прекрасная. Мариша наша, прекрасная. И Дима Бриль тут рядом. В преддверии выхода одной умопомрачительной женщины. Песня про родину. Хотя была написана о девушке по имени Джорджи. Джорджи, forever on my mind. Yeah.
you, oh, come on, I'd rise, smile, gently still, I'm peaceful, dreams upon, I've seen the road, leads back to you, Georgia, sweet Georgia. Творить музыку вместе — это большая любовь. Вот здорово-то, а? Спасибо большое, Мариша, спасибо большое. Мира Мирамова! Мариам! Прекрасная тема, Джорджия. И с удовольствием приглашаю на сцену Этери Барашвили, которая докажет, что такое Джорджия в трех экземплярах, в трех композициях. Этерико! 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 Там перебили! Ой, господи, как же громко. Добрый вечер, друзья. Ой, настроение у вас прекрасное, у меня тоже прекрасное, потому что так хорошо встречать, так хорошо видеть город, видеть вас, видеть Арбат, видеть это прекрасное место и стоять на одной сцене с великими музыкантами, не побоюсь этого слова. Искупайте, пожалуйста, их в овации. В джазе, конечно, только девушки, так называется наш проект, но без достойных, настоящих мужчин джаза не существовало бы. В общем, спою я, начну свое выступление с очень-очень трогательной композиции на французском языке и немножко на английском. Послушайте меня. Обожаю. Chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, et nous vivions tous ensemble.
toi qui m'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement. Ça fait des bruits et la mer efface son souffle. Ne pas des amours, des unis. Иван Фармаковский. The falling leaves drip by my window. The falling leaves are red and gold. I see your lips, the sunburn kisses, the sorrow hair they use to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear all winter song. But I miss you most of all, my darling. When the autumn leaves start to fall, ne pas des amours, des unis. Desunis.
Спасибо. Это Ривершвили, прекрасный Autumn Leaves. Господи, сейчас же осень. Да. Спасибо огромное. Иван Фармаковский. Владимир Кольцов-Крутов на контрабасе, и сегодня с нами на барабанах Павел Тимофеев. Вы знаете, вот с этим человеком меня связывает 24 года. Мы встречаемся, возможно, не так часто, как мне хотелось бы, раньше было чаще, но каждая встреча – это просто, это такой восторг, я такая счастливая. Ухожу с концертов, когда Ваня играет, и все абсолютно. Ну что же. Так, следующая композиция называется «Cry Me a River». Я ее обожаю. Это очень женская история. «Наплачь мне реку». I cry the river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Ba-da-da-da-da-da. Cry me a river, cry me a river. 'Cause I cry the river over you. You draw me, nearly draw me out of my head. While you never shed tears, I remember all that you said. Told me love was to love me, and told me you were through with me. And now you say you love me. You have to prove you do. Go on and cry me a river, cry me a river. 'Cause I cry the river over you. Oh, la 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 la. You said, told me love was to love me, and told me you were through with me, and now you say.
do. No, 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 cry. Yes, you have to cry the river. Cause I cry the river. Cause I cry the river. Cause I cry the river. Whoa, 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 whoa. Cause I cry the river. Yes, I've done. Cause I cry the river. The river over you, yeah, yeah. Cause I cry the river, yeah, 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 yeah. Cause I cry the, yeah. Cause I cry the, yeah, yeah. Cause I cry the river. Cause I cry. Cause I cry the. Такие. Дима и Саша Бриль! Yeah. Ну хорошо, ладно. Хорошо. Дайте ноту до, пожалуйста. И можно до и после. I'll buy you diamond with my friend if it makes you feel alright. I'll give you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money can buy me love. I'll give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I gotta give to you. I don't care too much for money can buy me love, everybody does me so, can buy me love, no, 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 say, don't need no diamond ring and I'll be satisfied, tell me that you want those kind of things that money just can buy, hey. Cause I don't care too much for money can buy me love. Come on! We'll be right back.
Came by me low. Everybody loves me so. Came by me low. No, 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 no. Say it on me. Just can't buy, 'cause I don't care too much for money. But money can't buy me love, can't buy me love. Gotta love, can't buy me love, love, love. Yeah, 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 yeah. Этери! Этерико! Спасибо большое, Господи, какое счастье! В наш пандемийный век такой праздник. Иван Фармаковский! Иван Фармаковский сегодня с нами! И Владимир Козов-Крутов, Павел Тимофеев! Лучшая ритм-секция Москвы! У нас всегда все лучшее! Дмитрий Бриль! Дмитрий Бриль на собрался с собой! Иван Фармаковский сегодня с нами на фортепиано! Иван Фармаковский, еще раз! Ваша песня долго заслужила! Владимир Козов-Крутов сегодня на контрабасе. Вот он играет на контрабасе прямо перед вами. Павел Тимофеев прямо перед вами играет сегодня на барабанах. Притащил с собой барабан. Спасибо большое, друзья! Братья Бриль, к вашим услугам! Проект «В джазе только девушки» сегодня стартовал в этом прекрасном джаз-клубе. Мы рады видеть вас здесь 19 ноября. Дай Бог всем здоровья, чтобы все прямо в этом составе пришли. Спасибо большое!